Друзья, привет! Друзья, вы считаете кофе наркотиком? Если нет, значит вы кофейный наркоман. Посмотрите, что я имею в виду. Да, есть люди, которые пьют кофе раз в день, заваривают его в турке, какой-то ритуал соблюдают. Они похожи на людей, которые травят себя табаком через трубку. То есть их тоже не встретить на улице, где-то на остановке. Они, как правило, все это делают сидя. Тоже там ритуал. Они распаковывают табак, забивают это все, раскуривают, думают при этом о чем-то. То есть это все так, в кавычках, эстетически выглядит приятно. То есть да, они себя травят значительно меньше, чем те курильщики, те никотиновые наркоманы, которые бегают с окурками в зубах по городу. Но есть кофеманы-наркоманы, которые бегают по улице с чашкой кофе. Видели таких? Как правило, это девушки. Это, видимо, им навязали очередной рекламный ход, что если ты идешь по городу с пластмассовой бумажным там или каким-то пластмассовым стаканчиком кофе, типа ты такая красивая, такая успешная, целеустремленная, возможно, бизнес-леди какая-то. И вот они такие ходят по утрам и вечерам, пьют это кофе. Вот если это не наркотик, да, кофе, какого лешего ты с ним идешь по улице и его пьешь? Неужели ты не можешь присесть и спокойно выпить? Я вот вообще этого не понимаю. Если у вас есть мнение на этот счет, особенно если вы кофеман, особенно если вы кофеманка, пишите в комментарии, обсудим. Может быть, я не прав, но считаю, что прав. Будьте здоровы.